Снегобратья, всем привет! Это Кедринский, снегоходная школа «Снега нет». Вещаю сегодня прямо со склонов Приискового. Погода сегодня замечательная, светит солнце, выпал свежий снег. Настроение бодряком, но хотелось бы поговорить о том, как можно его себе испортить. Сегодняшнее видео будет посвящено способам, которыми можно легко и быстро прикончить свой новенький снегоход. Эта информация будет особенно полезна ребятам, кто только начинает свою снегоходную жизнь. Итак, способ номер один. Перегреть или недогреть снегоход. Очень важный параметр снегохода, за которым мы постоянно должны следить, это его рабочая температура. На современных горных снегоходах обязательно присутствует температурная шкала в аналоговом либо цифровом исполнении. Значит, что вам нужно сделать? Прочитать инструкцию, посоветоваться с дилером, запомнить рабочий диапазон от и до. То есть очень важно и качественно прогреть снегоход, и не перегреть его. Если говорить конкретно про эту модель горного снегохода, а это у нас Polaris 2018 года, Pro RMK, то у него рабочая температура 35 градусов. Что это означает? Что перед тем, как от души нажать на газ, вы должны убедиться, что температура находится рядышком с цифрой 35. То есть 30-40 градусов. Если вы видите, что у вас на табло горит 20 градусов, либо за 55-60 и выше, то вам нужно сначала предпринять меры до доведения температуры до рабочей. Очень много снегоходов убивает именно перегрев, либо недогрев. Будьте внимательны. Второй способ убить горный снегоход – это езда на одном цилиндре. Нередко случается так, что во время обкатки, либо просто при повседневной эксплуатации, выходит из строя одна из свечей, и снегоход начинает работать на одном цилиндре. На одном цилиндре ездить строго запрещено, вы просто убьете себе двигатель. Способ убить снегоход номер три. Будьте аккуратны при переезде каменных перевалов и ручьев. Начало сезона, почти все ручьи открытые. Переезжать нужно такие вещи в натяг с запасом скорости, чтобы гусеница у вас по камням не скользила. Если так получилось, что вы съехали в ручей и уперлись лыжами в противоположный берег, ни в коем случае не газуйте, потому что гусеница очень легко поднимает камень, который либо пробивает радиатор, либо вклинивает гусеницу, и вы потратите очень много времени, чтобы вынуть его оттуда. Бывает, сделать это невозможно никакими палками и ухищрениями, и просто приходится разбирать всю подвеску. Поэтому будьте очень аккуратны с ручьями. Также в ручье очень просто снегоход утопить. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду. Перед тем, как преодолевать водную преграду, обязательно проверьте, насколько там глубоко. И если вы понимаете, что глубина превышает высоту ваших воздухозаборников, что вариатор у вас окажется в воде, то 10 раз подумайте, стоит ли вообще рисковать. Способ убить горный снегоход номер 4. Ребята, очень внимательно следите за состоянием своего ремня вариатора. Не доводите его до взрыва. Как отловить поврежденный ремень вариатора? Вы будете чувствовать на высоких оборотах биение. Причем вам будет казаться, что это биение исходит от гусеницы. Как будто там навал налип снег или еще какой-то дисбаланс произошел. Вы пилите в гору, нажимаете полный газ, максимальные обороты, затяжной подъем. И вы тут чувствуете, что снегоход как бы потряхивает. Как будто есть какой-то дисбаланс гусеницы. Это как раз один из симптомов, что у вас на ремне появилось место, откуда полезла кевларовая нить. Обязательно, если вы почувствовали такие вибрации, остановитесь, проверьте ремень вариатора. Почему нельзя доводить до взрыва ремня вариатора? Потому что взрываясь, ремень разлетается по всему моторному отсеку, у него пушится кевларовое волокно, эти нитки попадают в самые труднодоступные места в двигателе. И самое опасное – это наматывание этой кевларовой нити на коленвал между щекой ведущего вариатора и корпусом двигателя. Во-первых, очень сложно проверить, если там нитка только на ощупь, либо эндоскопической камерой. А во-вторых, намотавшись туда, нитка повреждает сальник коленвала, у вас начинается подсос воздуха, растет температура двигателя, и со временем вы движок просто спалите, сами не понимая почему. Поэтому следите за ремнем вариатора и не доводите до его взрыва. Итак, способ быстро убить горный снегоход номер 5. При катании в большом снегу очень часто происходит обледенение курка газа. Поэтому вы все время должны
следить за тем, чтобы курок газа у вас ходил свободно, там не было льда, он не подклинивал. И второй момент, обязательно пользуйтесь чеко безопасности. Если на вашем снегоходе с завода такая чека не установлена, обязательно ее установите. В случае, когда подлипает газ и снегоход уезжает по своим делам, очень распространенная. И это на самом деле один из способов, как можно на ровном месте повредить не только свой снегоход, но и руки, ноги товарищей. Представьте себе ситуацию. Вы стоите на полянке, снегоходы поставлены как угодно, да, ваш снегоход стоит мордой ровно в бочину снегохода друга, на этом снегоходе друга сидит сам друг, ноги у него стоят на подножках, вы надеваете шлем, дергаете ручку заведения снегохода, и ваш снегоход устремляется вперед. Небольшой удар, и у вашего товарища нет ноги. Очень стрёмная ситуация. Поэтому очень полезной привычкой будет не только пользоваться чекой безопасности, но и всегда перед тем, как завести снегоход, сначала положить ручку на тормоз и нажать его. Итак, подведем итоги. 5 способов быстро прикончить свой новый горный снегоход. Первое. Недогрев или перегрев. Второе. Езда на одном работающем цилиндре. Третье. Утопить в ручье, либо получить камнем по радиатору. Четвертое. Взрыв ремня вариатора. И пятое. Это залипший газ и устремление снегохода куда-нибудь в дерево, в ручей, либо в иное другое препятствие. Так можно убить сразу несколько снегоходов. Ну а на этом у меня все. Я очень надеюсь, что эта информация будет вам полезна и поможет сберечь ваши снегоходы. Ну а с вами был Эд Кедринский, снегоходная школа «Снега нет». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приезжайте кататься. Я всегда здесь, на связи. А, чуть не забыл. Самое главное, если вы знаете еще какой-нибудь классный способ убить свой горный снегоход, напишите его в комментариях, мне очень интересно будет почитать. Всем пока! И самое главное, ребят, с вами должны быть надежные люди. О! Да-да. Потому что даже если вы убили свой снегоход, ваши товарищи вас в беде не оставят.